Аграрии южных регионов Казахстана продолжают испытывать нехватку поливной воды. Причина в недостаточном наполнении водохранилищ в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов на совещании в правительстве. Сейчас сотрудники ведомства совместно с коллегами из Киргизии и Узбекистана прорабатывают вопрос соблюдения графиков подачи воды по межгосударственным объектам. Премьер-министр отметил, что проблему нужно решать и как можно скорее. Алихан Смаилов поручил ускорить работу по модернизации гидротехнических сооружений. Это для того, чтобы сократить потери воды. Глава Кабмина также отметил, что необходимо внедрять водосберегающие технологии в аграрно-промышленный комплекс.